Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на моем сервере Relax Roleplay. Сегодня со мной Никита. Всем привет. Никита — это админ третьего левела на моем сервере. И, короче, в этой серии Роберт себе будет, то есть Никита покупать себе будет машину, я себе куплю дома машину, потому что уже пора, я думаю, как бы, сервер уже сколько, 4 дня работает или 3? Прикупиться тебе надо, да? Ну да, прикупиться надо, как бы, ну и деньги есть, пацаны, ну все нормально, 100 лямчиков, неплохо. Ну меньше, конечно, 97, я потому что я возвращал донат. Кстати, кому еще не вернул донат, у кого есть скрины, то пишите мне в ЛС, в ВК, я вам все верну. Сейчас я пока что поспекаю за первым. Спекай. Сейчас просто тут украл мопед у кого-то. Мопед? Так это похер. Ну ладно, СПО, да? СПО. У меня 8-й ID-то поехали. Окей, 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 окей. Вот. Гелик, гелич. Такой чуткий. Гелич. Да-да. Ну, кстати, бля, вот этот гелик мне нравится. На Мазинге мне не нравится гелик. И тут такие еще диски, знаешь? Диски нормальные, и нету сзади хуйни вот этой, знаешь? Да, это железки. Типа, да-да, на фарах типа? Да, сзади на фарах. А здесь он именно чётенький такой, красивенький. Это же новый гелик типа выпустили. Кстати, да? Можно 3 тачки иметь на сервере, чуваки. Я не знаю, сегодня куплю, может, 2 или 1. Ну, я вообще даже не знаю, что за тачка в этой слоне есть. Там вроде есть Феррари, какая мне очень даже нравится. Там Феррари есть? Вроде есть. Ну, я надо... не помню. Я, блин, ID всех тачек забыл. Я раньше наизусть знал машины ID. Сейчас я все позабывал. Вольте форма и рация на столе, причина перевод. А, мы ж видим чаты всех. Он фудит. Да. Алиэкспресс. Сейчас будет фудить, я ему дам. Ну, просто возьми чат, отключи и все. Кирилл, ТП, меня к себе разговор есть. М14, я занят, серия. Приятной игры. Всем, кто играет на релаксе, пацанам всем привет. Да, чуваки, заходите, кстати, ссылочки есть все в описании, группа IP, модпак, видео, как установить модпак, заходите, играйте, как бы подняться на сервер легко. Вам мой совет, идите работайте на лесорубы. Там я сейчас буду как раз рядом покупать домик. Кстати, я, помнишь, говорил, типа, пароль на сервак поставить? Ну. Так я выкупил, что можно дома тут создавать, понял? Как бы сразу. Сразу? Ну да. Я забыл просто об этом. Сейчас доедем, короче. Ладно. Сколько у меня литров? Сколько на, сколько на этой серии мы должны набрать лайков? Давайте хотя бы, чуваки, 50 лайков, блин. Заправка 6. Вообще четкая с модпаком. А, конечно. Конфетка. Для Кирилла 50, для меня 60, пацаны. 50 лайков, супинул видос сразу. А гелик есть в автослоне такой, я не помню. А я не знаю, я только бэху. Я вообще ни разу тут не был в автослоне после того, как мы сервак сделали. А тут автосалон? Не, я дом тут покупать буду. А тут дом? Ну, есть дома. Ну, я создам сейчас себе дом. А, дашь админку первого левела, я буду хорошо работать. Я админки просто так, чуваки, не даю. Как бы сейчас не нуждаются в админах. Уйти, пожалуйтесь на репорт, никто не отвечает. Ну, блядь. Я отвечу. Не всегда же есть время у всех. Ну, там, по-моему, домов нет, да? Так, да. Бля, я сейчас чувака уволю, сет... Леадер. Куня 17. Снять. Все. Так, а это что за задание вообще? Таха. Смотри. Забор. Снесли. Ну нормально, это нормально. Ну да. Так, тут СТОшка должна быть, да, вроде бы? У нас же с СТО нету на серваках. На сервере пока что. Ну да, да, да. Пока что. Ну добавим. Да. Тут надо что-то добавить будет. Что это вообще, ёб. Это новый город, кто не знал. Мобильное название просто. Я не буду читать просто вслух. Что? Посмотри на название, на здание вот это. Прочитал. Пацаны, лайкос просто за название. Я просто не хотел читать, как бы. Это КРМП же, да? Вот где-то 4/7 поставим, когда интерьер будет. Да, это чуваки, новый городок такой, как бы небольшой. Я сейчас пацану, смотри, мне пацан, я написал, извините, но увы, не, да? Кирилл Пройд написал, замолчи, я не с тобой разговариваю.
Так, вот сейчас секунду. Приятной игры. Айди, айди. Посмотри, 11-й, он дэмит. Да, сейчас. СП 11. А, он вышел. А, ну ладно. Смотри, какая деревня, посмотри, какой въезд классный. Ой, по камням, представьте, как ездит по камням. Вот, значит, на 70 будет стоять. Да. Осталось выбрать, где себе дом поставить. И, ну, либо иди зайдет, я его, это, спекну, потому что кипнул. А ты видишь, тут вода немного есть. Ну, это ничего страшного, в принципе. Он работает, люди, красавцы. Ребята, тут легко подняться на работы. На лесорубах особенно. Да, это лесорубы. Сейчас бы, блядь, смотри, волны идут. Ну, я вижу. Это же тоже четко, нормально. Зато можно ноги помыть, когда вышел из дома. Конечно. Когда воняют, можно. Так. А, сам фильтрую, я не доработал. Офигеть, с тобой так разговаривают? Жесть. А потом говорят, потом они пишут, что я в чем-то виноват. Ну да. Чат отключи, короче, чтобы не мешали. Так. Я буду на репорты пока что. Смотри, церковь. На самом деле, блин, выбор сложный. Да, согласен. Ну, вон, вот этот вон, последний вон, это где туалет. Вот этот вот, вон сбоку. Сбоку, вот да, вот этот. Да, тут туалет. Не, я бы вот этот бы взял лучше. Ну сейчас посмотрим, блин, вот чуваки как бы на своем сервере, дом ты можешь понимать, вы можете любой дом себе выбрать. Да. Может там, где-то в начале себе. Стой, поехали назад. Поехали назад, назад, назад. Я не знаю, я думаю вот этот купить. Вот этот. Ну блин, дай мне руль, если я сейчас покажу нормальный дом. Ну ладно, давай едь назад. Да, да, вот сюда вот. Полный привод. Так, и прямо, прямо, прямо. О, вот это домик неплохой. Вот я про это не хотел. Ты вот этот имел в виду, типа? Да. Или вот этот вот, который лесной. Тут даже дерево есть. Сейчас я гляну. Ну ты посмотри, правда, кусты, это же тоже красиво, вот. А где тут вход вообще? Дерево. Ну блин, тут вход мне не нравится просто. Некрасивый какой-то. Есть такое, да, согласен. Но не подойдет. Сейчас еще посмотрим, блин. Я чуть не утопился в этих волнах. Ладно. Так, ну блин, ну, я вот тоже, да, вот думаю, этот. Надо этот или вот этот взять? Не, он тут. Нет, вот тут лучше. Вход какой-то тоже, да, красивый. Да, вот этот вот, да, бери. Так. А мне хоть в сене жить. Я себе вот этот куплю, где 24 на 7. А, ну да, за телефоном, за продуктами сбегать можно, за чипсами. Ну, когда интерьер будет, так, Д, В. А, да! Сделай это дом, да, и посмотри там интерьер какой. Сейчас посмотрим. Это The Falls. Ты не смотрел, реально? Нет. Так, куда бы парковать? Ладно, пусть так бы стоять. Что там писать надо? А, ТПЦ. ТПЦ. Вот, я за Василием пошел следить. Он читер, все. Он читер, иди, я посмотри. Про него говорю. Сейчас, но он авторизацию не прошел. ТП холс. Давайте МП, так. Ожидайте. Скоро будет МП. ТП. Можно писать, скоро будет МП от Кирилла, да? Два этажа средний, да. Поставим его за 100 тысяч. Класс. Четвертый. Сейчас я его только покупаю быстро. Вот. А нет, это не тот. А ты ко мне домой бы. У тебя тут мухи летают. Мухи? Да, у тебя реально тут мухи, смотри. Ребята, это живые вещества. Смотри, у меня второй этаж есть. О, да, детка. О, смотри, тут даже качаться тебе можно, вон гантели. Бегать вот тут вот можешь. Вот так. Оп. Так, что у нас еще тут есть? Так, что с АЗС? Это дверь. Еще одна дверь. Вообще, это задняя дверь и... Параша. Пацан, интерьер, конечно, топчик. Да-да.
В Горели там другой интерьер, серьезно. Там такой интерьер, там деревня. В смысле? Ну, ты, у меня все из дерева дом. Ну, как, из дерева же дом мой сделан, да? Ну, и... там у тебя класс один стоит, это 4-й класс. Я не смотрел все классы просто. Сейчас, так. Давай я создам машину. Давай Бэху. Не, что-то поинтереснее. А Феррари есть? О-о-о, топ. Кстати, фары в чуваке включаются на 08. Я, да, хотел только что сказать. Вон тут. Она... Всё, теперь поехали в автосалон. Дрифтовая какая-то, да? Она дрифтовая, пиздец. Да стой ты, бля. Звер. Её, по-моему, в автосалоне нету, да? Я не знаю. Ну, добавим, когда Артёмка приедет. Если бы Артём приехал, чуваки, столько бы уже обнов было. Да. Я вам отвечаю. Ух ты, бля. Мне очень трудно управлять, особенно на маленькой скорости, когда поворачиваешь, она дрифтует. Вы спросите, где Артём сейчас? Он на море. На море. А я на море. Так, надо поспекать за пацаном. Блин, он вышел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полицейский разворот почти. Да-да-да. Ну, блин, хоть ей тяжело управлять, но все равно это круто. Ну, блатнярская тачка. Ну да. Ну вот мне гелик обычный, блин, меньше нравится, чем такой. Надо будет еще модпак добавить, гелик 4x4 в квадрате. Ребята, а хотите, чтобы мы добавили Бугатти Верон? Напишите в комментарии, будет не, приятно. Не, Чирон лучше, Верон такая. Чирон? Чирон лучше, не Верон. Это новая типа? Чирон это последний, а Верон это не очень. Ну окей, давайте. В моем модпаке, когда я сам делал, у меня был Чирон. Во, да, я про него, я думал, это Верон. Нет, это Чирон был. Ну нормально, давайте. Я бы на самом деле Легеру бы добавил. Короче, Кёниг, хотите, Легера. Чтобы мы Бугатти добавили, именно Бугатти? Ну блин, это придется мне модпак делать. Ну, но кстати, можно было здесь дом купить, ну ладно. Там поприкольнее, блин, как бы. Там точно, ты посмотри, там ворота даже были. Я знаю. Да ну, я добавлю сегодня, может. Ой. Так, давайте сейчас оплатим дом на 30 дней в первую Ребята, очередь. Ребята, кто не может найти подарки, посмотрите у Кирилла на канале. Да. Кстати, один подарок только что был тут от нету, школы. Тут нету банка. А где он? Нету его. Да тут за деньги все покупать. И да, тут дом... Да стоп, навсегда. Банк должен быть. Так, тут дом навсегда оплачивается, вот в чём. Нет, на три дня. Мне на три дня написал. Все, это у меня на один день написано. У меня же тоже когда покупал... Так, GPS, банк. Город Южный. В Южном банк есть. А ты его оплачивать будешь дом? Ну, он на три дня оплачен. Ну, я плачу, не знаю, или сейчас, или потом. Давай сейчас тачку купим, потом поедем в банк. И да, ребята, кто покупает машину, вы сразу именно вот тут а вот. А стоп, то надо прописывать, типа, чтобы я спавнился дома. Сет спавн пропиши. Сейчас, бизнес, недвижимость. Фикс-кар. Сет спавн? Да, сет спавн. И нихера не произошло. Да, ты а, не вот, понял. А, вот, база, дом, квартира, дом. А теперь вы будете спавниться дома. Мама, спасибо. ДВХ. Что там увидим? Такая четкая бэха, которую я цвет люблю. Ай-яй-яй. Кстати, у нас тут баганая хуйня есть. Че? Audi R7. Бэха X5. Ну, у нас все понял баганые, там профиксим. Range Rover, BMW. Тут ламба есть, тут ламба. Ламба? Да. Ух, какой четкий Chevrolet, кстати, у нас есть. А ламбу я видел. Такой себе. О, Мерседес. Классненький. Сколько может стоить? 3,5. Audi Q7, пацаны. Audi Q7. О, да. Бля, забыл, как тачка называется. Даже у нас есть КамАЗ. 50 да, тысяч. Да, КамАЗ. Банан. Короче, я покупаю себе. Эти маловато машин. Ну, так мы добавим. Я себе возьму, короче, одну тачку. Я Брабус сделаю. Кого ты возьмешь? Брабус. Что за Брабус? Ой, сейчас увидишь. 3,5 миллионов потратил. Ну, Мерседес Е63. А, я тоже себе его собрался покупать, как бы. Да? Да.
А может цвета те же выпадут, но камера. Да я не знаю, мудрю цветом. Просто тут панель не видно, блин. Какой цвет. Ой, так, ну 8. Значки игровалюты. 3,5. Ебейба, надо скринчик. Опа. Ебейба. Кия! Давай напоследок в казик сыграем на лям. Давай, погнали, я паркану машину. Или она же дома будет спавнить. Она будет, ты просто будешь. Она поехали будет, тогда в банк. Пацаны, мерсик вообще. Сосочка. Аккуратно. Два мерсика. Да блин, красным цветом. Два мерса, да, вообще четко. Гоу скрин. Ну сейчас подожди, доедем до банка. Блин, тебя фары у нее еще такие классные. Да как ты меня так обгоняешь? Интернет, детка. А так? Да блин! Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, крошка, топи! ХПК. Ай, ты ХПК. Так, моя детка. Ты мне по пилу не подрежешь никак. Ну да, ну да. Сейчас батя тебя так обгонит. Уже не, мерс, пацаны, реально четкий. Это Брабус. А нет, это не это Брабус. Это не Брабус, это обычный. Но похож Ешка чем-то на Брабус. Ну, да, есть такое. Так, намерен и... вообще четкий. Так, онлайн 14, пацаны, заходите на сервак, будем играть. Скажите, какой чит скачать, чтобы лидером стать. И я сейчас удивлюсь, что ты мне сделаешь. Никакой. О, все, тачка починена. Ну, лайк, конечно, небольшой, но, блин, не знаю, что люди не заходят. Я уверен, был бы здесь бонус, блядь, тут бы лайк был бы сотка. Ну блин, ну пацаны, ну с бонусом мне интересно играть. Да, кстати. Чё эта текстура хреново продолжается? У меня тоже. Надо остановиться. Не в этом дело. Во. Не, я остановился, у меня все погрузилось. Может, то, что у меня бодикам снимается? Да нет, если у меня такое же, и я не снимаю, то знаешь... Нет, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, я тачку разбил. Так, я починился, банк. Здесь там есть банк. Да, тут есть банк. Да. И он очень четкий. Я вижу. Блять, я в забор ехал. Блин, только в чем причина? В смысле? Ну, сейчас увидишь. Интерьер. А. Вот это мы изменим. Так, надо дом, реально. Один мой скин приехал на Мерседесе банк, называется. Сейчас чекну. Тебя бы охранники сюда выперли. Снять деньги со счета. Заплатить за дом. На 27 дней. Все. Так, кстати, я у меня доната до хрена. Я знаю, ты говорил. По-моему, у нас нету, да, номеров? У нас нету. Ну, мы пока что можно поедем. Можно ППС номера получить. Да. Поедем сейчас получать? Ну да. Правила сервера, дополнительные услуги. Не обращайте внимания, что у меня так много очков донаты, это нормально. Это же Кирилл, это же Кирилл. Я так с запасом поставлю. Так, номеров мы здесь не обнаружили. Но это мы Но сделали. Мы обнаружили здесь казино. Да, это самое важное. Так, ребята, он еще не на продаже, но давайте, напишите в комменты. А сделать, чтобы на продаже было бы, или просто, чтобы подпольное было? Мы хотим с Артемом, знаешь, что сделать? Mm. Чтобы со второго уровня казино. Давай, вот давай. Опять. Где Всё, ты там? Давай. Вот, пацаны, сейчас я его вообще так убабахаю. Давай играть. Какая давай. Там данс? Давай, я, давай, чё ты... Ой, пацаны, Никитка выиграл. Ой, 500 тысяч, ой, 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 ой. Не смеши мои попковы, да? Давай, давай, чё ты? Давай, давай, чё? Оу, е! Давай ещё, оу, е! Давай, оу, е!
Сейчас я ему верну его валюту. Какой у него 13-й? Да. А сколько? Лям, по-моему. Давай нажми, ну, нажми эту, чтобы принять. Давай. Прими, я тебе кину. Вот так. Давай, моя бэйби. Ничья. О, ну чё? Ты заебал, давай мои деньги. Ну чё, кто затащил? Давай. Ты такое тащишь, малыш? Давай назад. На 3 кака. Ничья. Сука. Ещё? Вы не против сыграть? Оу, Ты заебал, давай сюда пойти. Давай. Оу, Давай на 5к. Я выиграл, оу, Давай. Да, блин! На 10к, может тут? На 10к! Всё, у меня нет денег. На лям последний. Лол. Всё, у меня нет денег. Короче, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Вообще. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Заходите обязательно на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be